Наконец-то разрешится проблема канализационной системы города Сарагаш. На разработку проектно-сметной документации для возведения нового объекта очистительного сооружения с областного бюджета предусмотрено 10 миллионов тенге. Хорошая новость и для жителей Кентау. В скором времени они будут пользоваться природным газом. На разработку ПСД 18 объектов, в том числе АГРС в городе Кентау, с областного бюджета планируется направить 162 миллионов тенге. Также по электроснабжению по одному объекту сокращено 92,4 миллиона тенге, а на строительство двух новых объектов направляется 40 миллионов тенге. По теплоснабжению на завершение строительства объекта направлено 97,5 миллионов тенге. По благоустройству на строительство пяти новых объектов предусмотрено 100 миллионов тенге. По водоснабжению населенных пунктов с областного бюджета планируется выделить около 307 миллионов тенге. Из них на завершение строительства двух объектов направляется около 17 миллионов тенге. И на разработку 69 новых объектов – 200 миллионов. Учитывая сложность труда работников лесхоза, около 41 миллиона тенге предусмотрено на оплату 50% сверхурочных работникам госучреждений лесного хозяйства. В сфере транспорта с двух объектов сокращено 70 миллионов тенге и направлено 370 миллионов тенге на строительство трех объектов. И около 155 миллионов тенге предусмотрено на разработку проекта сметной документации семи объектов. В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020» на дополнительное финансирование строительства шести объектов планируется выделить 643 миллионов тенге. В целях улучшения работы спортивных школ в связи с открытием гимнастического зала, подготовки спортсменов высокого класса, а также для того, чтобы создать условия для спортсменов для участия в республиканских и зарубежных соревнованиях, предусмотрено с областного бюджета около 900 миллионов тенге. Пока это только проект. Главный документ направлен на рассмотрение сессии областного маслихата, который состоится 16 марта. Шинару Разова, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Отрар».